Региональный следком завершил расследование уголовного дела. Павла Панфилова и его бывшего зама Оксану Власенко обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в мошенничестве. Как считает следствие, обвиняемые с 2019 по 2020 получили от представителей юридических лиц взятки на общую сумму более 13 миллионов рублей. За такое вознаграждение с коммерсантами беспрепятственно заключались госконтракты на строительство и капремонт учреждений образования и здравоохранения, которые финансировались по нацпроекту. Проектом. Кроме того, по версии следкома, в 2020 году Панфилов обманул своего заместителя на 1 миллион 200 тысяч рублей. По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый путем обмана получил от своего заместителя денежные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей за продление с ней служебного контракта. При этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений он не имел. Полученные денежные средства Панфилов присвоил и распорядился ими по своему усмотрению. В Следственном комитете добавляют, что бывший заместитель директора ДИЗО Оксана Власенко свою вину отрицать не стала и заключила досудебное соглашение с прокуратурой региона. А вот Павел Панфилов вину свою не признал.